ждем, не без оснований, от этого турнира новых наших звезд и звездочек. Будут выступать и юноши, 14 лет, и девушки будут, из которых потом вырастают настоящие звезды российского, затем и мирового бокса. Тем более с такими тренерским составом, как Киселев, как Тищенко. Безусловно, мы расцениваем это как очень крутую, значимую кузницу кадров. Есть интересные ребята. Вот у нас здесь выступает Егор Губин, он у нас победитель первенства России в прошлом году, но в другой возрастной категории. Остальные ребята, конечно, есть талантливые, перспективные, которые подтягиваются к этому уровню. В целом возраст такой интересный, который показывает, ну, уже может показывать такой зрелый, думающий, хороший бокс. У меня получалось маневрировать передней рукой, как сказать, цепляться за соперника и, как мне говорил мой тренер, встречать его и дальше уже подхватывать, дорабатывать там. Встречать там левый прямой правый сбоку и дальше уже какие комбинации есть, дорабатывать. Кубок губернатора – очень престижный турнир, где можно, как бы сказать, прокачать свое мастерство, все навыки. Сегодня в бою я делал повторные атаки, закручивал, и все это у меня проходило. Я старался попасть в более открытые точки, я старался работать с корпусом на голову и потом делать повторные атаки.